Приехали с центра Мелекина. Сегодня пасмурная погода. Небо в тучах. Сегодня 28 августа. Мы приехали в Мелекино. Дует ветер, поэтому волны. Почти нет. Вода прохладная. Постоял, немножко привык к воде. Ну, можно и покупаться, но я бы не сказала, что будет тепло, потому что будет ветер. Когда выходишь, то будет прохладно. Я думаю, покупаться можно. Thank you.
чистой, водорослей нет. Потому что конец сезона. Вода теплая. Вот есть медузы.
один раз спуститься на вот этой горке стоит 15 гривен. Дальше по бонусам. Три спуска 30 гривен. И так возрастает. Чем больше катаешься, тем меньше платишь. Большая 15 гривен один раз. 30 гривен три раза скатиться. А, еще есть батуты детские. 10 гривен 5 минут, 20 гривен 10 минут. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Вода теплая.